Послание к Коринфянам, 8 глава, откройте, пожалуйста, и прочитайте вместе со мной 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Наверное, вы уже успели заметить, среди всех уличных рождественских украшений в разных местах такого надувного Деда Мороза. Вечером он возвышается перед домом на фоне красочных огней, но на утро он беспомощно лежит пластом. У нас в поселке мы иногда с женой проходим. Вот недавно мы проходили в понедельник утром, и я обратил внимание, наверное, 10 таких Дедов Морозов в нашем поселке. И я подумал, представьте, если сверху посмотреть на Ванкувер, сколько таких Дедов Морозов. Вот они большие, есть такие большие, наверное до потолка, выше дома. Есть маленькие такие, смотрю, прямо на скамейке перед входной дверью, он еще там что-то дует в него, и он якобы еще держится. Но в основном эти большие, когда их надувают, то их на утро сдувают, потому что это же много нужно электрики на все это дело. А к чему это все? Я как-то несколько лет назад читал одну книгу, очень интересная книга, и если у вас есть желание, особенно в декабре месяце, это полезно такие книги иметь у себя в доме и читать их. Книга написана Синклер Фергюсон. Фергюсон написал книгу, их много, но он написал несколько о Христе. Она называется «Лишь во Христе». И во второй главе этой книги он говорит об опасности и трагедии надувного Христа. Опасности и трагедии надувного Христа, который похож на, в какой-то мере, на Санта-Клауса. Христа, о котором люди могут и говорить, и петь. Христос, который где-то вроде какого-то бонуса или дополнения к христианской или хорошей жизни, к нормальной жизни. Проблема этого надувного Христа, как он говорит, Санта-Христос, в том, что он может быть красиво и пышно выглядеть, но он не меняет жизни. Он не меняет жизни. Я думаю, что каждый рождественский сезон, друзья, это неизбежная встреча с реальным Христом. Если, может быть, в наших вот разных служениях, в разных делах, мы, может быть, где-то можем, даже изучая Библию в молитве, упустить его, такое тоже может быть. Я думаю, что рождественский сезон – это неизбежная встреча с непостижимым Христом, вечным, несравненным Богом, который изменяет жизнь. Христом, который действительно изменяет жизнь. Дело в том, что текст, который мы прочитали, он находится в интересном послании и в интересном контексте. И я думаю, что это очень полезно для нас. Я хотел бы и в начале, и в конце проповеди напомнить нам об этом контексте. Всегда, когда апостол Павел пишет какие-то послания, и вообще вся Библия была написана с этой целью, но апостол Павел особенно в данном случае, поскольку это его послание, он пишет для того, чтобы коснуться и скорректировать какие-то определенные установившиеся привычки или традиции в церкви, или какие-то, возможно, нюансы, которые появились в церкви. И он пишет послание для того, чтобы им помочь это выровнять. Вот он пишет первое послание к Коринфянам, там много разных проблем, много разных вопросов поднимает. Во втором послании, если мы посмотрим на все другие послания, особенно вот эти два, они, в принципе, мы видим, вот это как список разных проблем, и определенным образом апостол Павел решает эти проблемы. Но если вы внимательно читаете,
Вы можете заметить эту очень важную закономерность. Всегда, когда он касается каких-то проблем, он приносит туда Евангелие, как единственное, что может изменить эту проблему. Все недостатки, все несовершенства, все разные вот, жизненные устои, которые, возможно, должны напрягать нас, как верующих, они решаются не просто нашим каким-то усилием или, возможно, просто только нашими средствами. Они, в первую очередь, решаются Евангелием. Вот в 8-9 главе апостол Павел касается вопрос христианской щедрости. 8-9 главы апостол Павел говорит о том, что христианская жизнь должна быть щедрой. Он просит коринфян участвовать в служении, участвовать финансово, участвовать материально. И он говорит о том, что это делали церкви в Македонии, благодать Божья изменила их и преизбыточествует там. И он призывает и их, и вы также должны понимать, что христианская щедрость, христианская жертвенность, христианское посвящение, христианская любовь, усердие, они тоже являются признаком того, что вас изменила благодать. Но мотивирует их он к этой жизни, жизни служения, жизни жертвенного посвящения себя Христу, мотивирует он не своим авторитетом. Он не мотивирует их чувством вины. Он не призывает их к каким-то новым, знаете как, горизонтам, вот, где они, или резолюциям. Вот скоро будет Новый год, у нас будет опять резолюция, это будет слово звучать даже в проповедях, в наших там новостях. Мы будем друг другу делиться о новых резолюциях. Не к этому. Он зовет их обратно к Евангелию. Он напоминает им Евангелие. Он говорит как раз, вот этот один текст, это ключевой текст в 8-9 главе, это единственное, каким образом он говорит, щедрость возможна, христианская щедрость, христианская способность отдавать свою жизнь, христианская способность видеть свою жизнь как служение, способна лишь тогда, когда вы поймете Евангелие. И это очень ценно, друзья, потому что Я даже не буду сейчас читать, вы можете просто пробежать эти две главы вот, для себя, завтра утром, возможно, или вечером сегодня. И вы увидите такие слова, как любовь, усердие, добродетель, вспоможение святым, ревность, щедрость, делослужение. Все это было мотивировано Евангелием. Он говорит о благой вести. И я хотел бы здесь, друзья, еще раз напомнить, друзья, мы очень часто, даже говоря Евангелие, благая весть, это заезженное слово становится в наших кругах, может быть, даже в вашей жизни, в вашем сознании. Благая весть – это не только радостная весть, которая поднимает наши чувства. Вот мы собираемся вместе, у нас тут много всего красивого, красивые песни, люди неплохо выглядят и так далее. Все это на своем месте. Но он говорит, суть этого всего не в этом. Евангелие не только радостная весть, она весть благая, потому что она изменяет жизнь. Она мотивирующая весть, она обогащающая весть, она изменяющая, она преображающая весть. Это весть, которая должна изменить вашу жизнь. Если жизнь не изменяется, человек не услышал Евангелия, он остался слепым. Если еще нужны разные подпорки для того, чтобы ваша христианская жизнь держалась, это только лишь потому, что Евангелие где-то не пережито. Мы можем говорить его, но оно не пережито. И здесь очень важно, друзья, апостол Павел, он всегда, он как будто ждет возможности, чтобы говорить Евангелие. Он как будто бы всю жизнь он видит через бинокль, который называется Христос. И для нас вот в эти дни особенно важно. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на то, каким образом апостол Павел говорит Евангелие здесь в одном стихе. Он говорит в этих двух главах о благодати, но это основной стих, на который он опирается, или мы сегодня хотели бы посмотреть все вместе. Он разъясняет Евангелие тремя очень важными концептами. Эти концепты мы находим, первое – это благодать, затем он говорит о богатстве Христа, и затем он говорит о его нищете. Другими словами, если вот все, что
возможно, где-то, не дай Бог, пролетит мимо ваших ушей вот эти три слова, Евангелие в трех словах. Благодать, богатство и бедность. Только я хотел бы их представить для нас сегодня в хронологической взаимосвязи друг с другом. Богатство Христа, затем Его бедность и затем благодать, которую мы услышали, получили и которая нас изменяет. Вот в этих трех словах и заключается Евангелие, которое должно было изменить или изменить жизнь верующих людей в то время, очень нелегкое время, изменить их жизнь в служение. В служение, которое способно давать. Я, кстати, вот буквально несколько дней назад я разговаривал с одной семьей из Украины, и мама рассказывает о разных вот проблемах, которые у них есть. И мы разговариваем очень много, там у них там целая армия бойцов, есть и дочери, есть сыновья. И вот она рассказывает о том, как трудно ей, рассказывает о том, как она гневается, как она раздражается. И я вот помню этот стих, он был как раз у меня вот в моем, на краю моего языка. Мы говорили об этом, насколько важно для нас, верующих, быть обогащенными для того, чтобы быть способными давать. Я не могу сцепить зубы или сцепив зубы, да, или закрыв свои уста, каким-то образом явить Христа своим детям. Что-то должно внутри произойти, должно наполненное сердце быть, не сдутое, а наполненное сердце, которое может явить Христа в той или иной ситуации. Вот как раз именно об этом говорит апостол Павел. Говорит, вы не сможете давать от души, от сердца, вы не сможете быть щедрыми, вы не сможете жертвовать, и все это будет из-под палки, все это будет где-то трудно, всегда будут какие-то аргументы против и так далее. Если вы не поймете Евангелие, тот, который понял Евангелие, он никогда не захочет себе оставить ни одного цента для себя. Он все захочет отдать ему для его славы. И всю свою жизнь, каждое мгновение он понимает. Да не то, я не говорю только, говоря о центах, я не говорю о деньгах. Я говорю о нашей жизни, о всем том, из чего она состоит. Я хотел бы обратить ваше внимание, не так много, но очень, достаточно коротко я буду сегодня. Обратите ваше внимание на богатство Христа в первую очередь. Этот текст, он останавливает наше внимание на богатстве Иисуса Христа, на Его славе, которую Он имел до Своего рождения в этот мир. Посмотрите, Он говорит, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат», вот эта фраза «будучи богат» говорит о том, что Он остался богатым, но Он был богатым до того, когда Он родился. «Будучи богат» – очень емкая фраза, она указывает на славу Иисуса Христа, на Его божественность, на то, что на самом деле является сердцем евангельского учения, друзья. Я знаю, вот слово «благодати» мы привыкаем к истинам, которые очень важны. Она звучит здесь много, глубоко. Каждое воскресенье, по часу как минимум, мы слышим эти проповеди. Вы читаете книги, очень ценные, но для нас очень важно не привыкнуть, друзья. Божественность Иисуса Христа является сердцевиной евангельского учения. Вот подумайте, почему мы поклоняемся Христу? Такой же человек, 2000 лет назад жил такой же человек, с такими же ногами, с такими же руками, ушами, глазами. Был такой, как мы, люди. Почему мы ему поклоняемся? Почему мы не поклоняемся другим людям? По крайней мере, Библия запрещает и не побуждает нас к этому, чтобы мы поклонялись другим людям. Божественность Иисуса Христа заменяет или занимает доминирующее место во всех книгах Нового Завета. Во всех книгах. Это означает, что нам нужно изучать постоянно, точно, глубоко, чтобы эта истина, точнее, личность Иисуса Христа, Его божественная природа, стала доминирующей и определяющей всю нашу жизнь, все то, что мы делаем. Божественность Иисуса Христа должна покорить нас. Мы должны с ней соприкоснуться. Она была сокрыта в теле, как мы уже слышали. Она была сокрыта в теле, эта божественность, но она была там. Но Библия дает нам вот эти моменты для того, чтобы мы могли увидеть. Апостол Павел здесь тоже говорит, для того, чтобы быть щедрыми, вам нужно понять богатство Иисуса Христа.
И не только понять его, нам нужно пережить богатство Иисуса Христа. И поэтому божественность Христа является основным содержанием, источником и основанием христианской жизни, веры, нашего поклонения. Именно эта истина подвергалась многим нападкам противникам на протяжении всей истории церкви, жизни церкви. О чем он говорит? Буквально несколько слов, моментов я хотел бы отметить. В первую очередь, нам нужно помнить, что Иисус Христос не стал Сыном Божьим, Он был всегда Сыном Божьим. Речь идет о вечном, предвечном существовании Иисуса Христа, предсуществовании Сына Божьего. Кстати, из Писания, из Ветхого Завета мы можем увидеть всякий раз, где есть, где мы знаем теофания, то есть Бог является каким-то образом, каким-то физическим обозримым образом, или когда слышится голос, это теофания. И на протяжении Ветхого Завета мы знаем, что это было явление Сына Божьего. Мы, допустим, горящий куст, это теофания, или ангел Господень. Это любое физическое проявление Бога, когда Он являлся людям, это было проявление второго лица, это было явление Бога людям. И вот это предсуществование – это отправная точка учения об Иисусе Христе. Помните, Иоанна 1.1, мы читаем, вначале было Слово, и Слово было у Бога, то есть Логос, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Другими словами, наш Спаситель описан здесь как находящийся рядом с Богом. Он был рядом с Богом всю вечность, Он является Богом. Или мы знаем текст Иоанна 8:58, мы читаем, «Прежде, нежели был Авраам, Иисус Христос говорит, Я есть». Помните тот разговор, сложный разговор, который был у него с фарисеями. Они говорят, как же ты можешь сказать, что ты старше, чем Авраам? Тебе и 50 еще нет, или определенного времени жизни. Он говорит, прежде нежели был Авраам, я есмь. Или вспомните Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель говорит, тот, кто идет за мною, он сильнее меня. И затем он добавляет фразу, он несколько раз повторяет в своих проповедях. Именно это отмечают и евангелист Марк, и другие евангелисты. Он тот, который был прежде меня или стал передо мной, потому что он был прежде меня. То есть речь идет о том, что евангелисты всегда начинают с божественности Христа. Даже не с ясель, не с Вифлеема. Евангелисты начинают говорить о Христе, который является Богом, непостижимым, неограниченным Богом. Кстати, это слово «я есмь» подчеркивает неограниченность существования Христа во времени. Он был таким, Он есть такой. Помните Иоанна 17, глава 5 стих, мы читаем, «И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия». То есть Библия об этом очень много говорит. Эти слова говорят о предсуществовании Сына. Христос обладал славой еще до создания мира. Он равен с Богом Отцом, как вторая личность Божества. Он равен с Богом, Он имеет ту же самую природу, что и Бог Отец. Он был богат, как и богат Его Отец Небесный. Мы должны еще отметить, друзья, что у Иисуса Христа... И это очень возможно, если мы говорим о первых нескольких вещах, которых я отметил. Но когда мы посмотрим на такие факторы, как вот все небо признавало Христа, Христос имел славу на небесах. Когда ангелы пели «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», они пели Богу, триединому Богу. Второе лицо этой Троицы был Иисус Христос. То есть ангелы восхищались все тем, то есть было признание, была слава, было признание, было одобрение. Кстати, Пакер об этом говорит, Джеймс Пакер в своей книге «Познание Knowing God» или «Познание Бога». Он в этой книге тоже говорит о том, что Бог и Отец, Бог Отец и Бог Сын, они согласились друг с другом постоянно прославлять друг друга, постоянно восхвалять друг друга. Постоянно провозглашать друг друга. То есть Бог Отец всегда был заинтересован в близости со Своим Сыном. И эта любовь между Богом Отцом и Богом Сыном не раз отображена в Евангелиях. Слово «возлюбленный», «возлюбленный», «возлюбленный» говорил о том, что у Бога Отца и у Бога Сына была удивительная, вечная, несравненная, пламенная любовь друг к другу.
Почему это важно? Потому что, когда мы говорим о сотрудничестве Иисуса Христа, Сына Божьего в творении, мы должны понимать, это любовь создала мир. Любящий Бог, Он создал, из любви Он создает мир. Из любви к этому миру, из любви, в первую очередь, в Троице, Он создает и владычествует, управляет этим миром. Из любви Он спасает мир. А мы все нуждаемся в этом, друзья. Но почему нам важно сейчас просто обратить на это внимание? Близость взаимоотношений Отца и Сына подчеркивается много раз в Писании. Возлюбленный, кстати, означает дословно «сын, которого любит Бог» или «сын его любви». Почему Бог так любит Сына? Простой вопрос. Что удивительного в Сыне? Почему Библия так часто подтверждает этот факт? Если у вас есть вы можете это, кстати, на интернете также найти. Я буквально вчера проверял, есть такие статьи, очень серьезные статьи, которые написал Джонатан Эдвардс. И одна из них – это его комментарий на Ефесянам 3:10, где он говорит о мудрости, явленной, Божьей мудрости, явленной в спасении. «Wisdom of God revealed in salvation». Джонатан Эдвардс, он пишет о мудрости Божьей в выборе личности для спасения мира. И затем он делает очень такие, очень важные вставки. Если бы Бог предоставил эту возможность людям, то никогда из людей и никто не мог бы выдвинуть подобную кандидатуру, какую Бог избрал для того, чтобы спасти мир. Но Бог избрал и назначил своего Сына, потому что Он любил его, и Он был влюблен в своего Сына вечной любовью. Почему? Потому что Иисус Христос имел такую же божественную природу, Он имел бесконечную святость, Он обладал достоинством и ценностью, Он имеет вечную силу, всемогущество и мудрость. Иисус Христос имеет эту незапятнанную, ничем ее невозможно изменить, близость в отношениях с Отцом и верность. У Него абсолютное право. Почему Бог выбирает? Потому что Он любит Своего Сына. А любит Он Его, потому что у Сына есть вечное право, такое же, как у Бога Отца. И независимость... Милость и любовь, которую может этот Сын проявить, она приравнивается Божьему. Вот это всемогущество, всеведение, бессмертие Бога говорит о том, что Иисус Христос был богатым и остается богатым Богом. Итак, мы видим вот это близость взаимоотношений, сотрудничество, равенство Иисуса Христа с Богом, Его превосходство над ангелами, все, кем Он был. Иисус Христос является Богом, и поэтому Он был богат. Ему принадлежала вся вселенная и принадлежит. Ему принадлежит вся планета Земля, Ему принадлежит все сокровища Земли, Ему принадлежат все люди. Вся история, все, что происходит в этом мире, все им стоит и все для Него. Библия нам говорит об этом. Это богатство Иисуса Христа. Мы были бы с вами, друзья, бедными и несчастными, если Христос оставался бы таким богатым, каким Он был в вечности, и не дал знать нам об этом. Как Он это сделал? Он принял на Себя бедность Христа. Христос, оставаясь тем же, кем Он всегда был, стал тем, кем Он никогда не был. Посмотрите, 2 Коринфянам 8:9, там написано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Он обнищал ради вас. Вот эта фраза указывает на воплощение Божьего Сына. Это не означает, что Христос оставил свою славу. Мы даже иногда говорим, Он оставил славу неба. Если вы внимательно читаете Жана Кальвина и его, по-моему, это второй том или третий, больше всего, что второй том, в котором он говорит о личности Иисуса Христа, он говорит, для нас непонятным образом Он оставался на небе. Его слава, все равно Он пребывал на небе. И это приводит нас в удивление или amazement.
Младенец в яслях является Богом, который управляет всем. Я помню, даже как-то Алексей Иванович написал мне однажды список разных вопросов и говорит: «Виталик, я хотел бы об этом с тобой как-нибудь поговорить». И первый из них, он говорит: «Я не понимаю, каким образом вечный Бог воплотился и лежит в яслях». Библия мало дает нам разрешения, потому что если бы мы могли это объяснить, мы бы сразу бы перестали поклоняться Богу. Есть вещи, которые Библия нам говорит, что они реальны, это факт, в то же самое время они сокрыты, они являются тайной. Почему Библия называет это тайна Бога воплощения? Но в этом, друзья, как раз и есть красота, почему апостол Павел говорит об нищете Иисуса Христа, о Его бедности. Он не оставил свою славу. Это не означает, что Он перестал быть меньше или стал меньше Богом, чем Он был на небесах, когда Он стал человеком, или каким-то образом человеческая его природа, она настолько закрыла, что это и божественное не совсем присутствовало там. Я хочу еще раз повторить эту фразу, это очень ценная фраза, богословы ее используют очень часто: оставаясь тем, кем Он всегда был, Он стал тем, кем Он никогда не был. Он остался Богом, когда Он пришел в яслях, но Он также стал тем, кем Он никогда не был, взял на Себя человеческую плоть. Итак, воплощение означает реально войти в плоть, вторгнуться в человеческую природу, вторгнуться или стать частью человеческой истории, стать частью творения. И это удивительно, друзья, Бог, сотворивший этот мир, Он входит в этот мир, вторгается в человеческую историю, в человеческий мир. Он приходит в нашу тьму, в наше зло, в наши грехи. Он становится одним из нас. Он вошел в наш мир, полный мрака, греха и зла. Каким образом? Он принял на Себя настоящее тело. И здесь очень важно для нас отметить, почему он называет, апостол Павел называет это обнищанием. Иисус Христос, взяв на Себя тело, это взял Он тело реальное, тело, которое было ограниченное, тело, которое было слабое. У Иисуса Христа было точно такое тело, как наше, подвержено болезням, тело, которое испытывало жару, тело, которое нуждалось в том, чтобы сокрыться во время холода, тело, которое нуждалось во сне, в отдыхе, тело, которое уставало, тело, которое нуждалось в самых всяческих, малейших вещах, которые переживает человек. Он переживал боль, он потел, когда его били, из его ран текла настоящая кровь. Он не витал как дух, а жил среди людей, у него были глаза, уши, рот, нос, грудь, руки, ноги, как у нас с вами. Мать кормила его, когда он был маленьким. Мать пеленала его, он нуждался в защите. И вот здесь апостол Павел соединяет эти два очень важных фактора, две природы Иисуса Христа в одной личности. Удивительное сочетание самых противоречивых качеств, которые могут быть во Вселенной, они соединяются в Иисусе Христе. Он обладал всеми человеческими эмоциями, он испытывал спектр всех разных чувств. Он возмущался, он удивлялся, он радовался, он плакал. И это для чего, друзья? Чтобы мы увидели, он взял такое же тело, как наше, чтобы стать нашим братом или сделать нас своими братьями. Люди видели в нем также обычного человека. Бедность или нищета в данном случае, когда апостол Павел говорит об этом, Иисус Христос не перестал быть Богом, но Он взял на Себя человеческое тело, и в этом есть Его обнищание. Он пережил и взял на Себя голод, жажду, недомогание, опасности, непонимание. Он прожил насмешки, Он пережил зависть, одиночество, клевету, предательство, угрозы, тьму, укоры, страдания, позор, ругательство, издевательство. Он пережил оставленность, он пережил молчание неба,
Он пережил смерть и тьму той оставленности, когда Отец Небесный оставил его на кресте. Как кто-то сказал, он был в каждом месте, где был человек. Он пережил все, что мог пережить человек, переживал на этой земле. Мы видим нищету, если посмотреть еще раз, нищета в его рождении, бедная семья, бедные ясли, бедная та же солома, где он был, бедные пеленки, бедный неизвестный Вифлеем, тело, которое у него было, зависимое, смертное и даже неудобное. Исаия 53 глава написано, «И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Мы видим нищету в его жизни. Он был без дома, часто без друзей, одинок. Он был без уюта, без комфорта, без понимания, без признания, без богатства. В сравнении с небом это была бесконечная нищета. Мы видим нищету не только в его жизни, мы видим нищета в его страданиях. Он страдал больше всех и сильнее всех. Страдал на протяжении всей жизни, не только на кресте или в Гефсимании. Нищета в его смерти, он умер самой позорной смертью, небогатой смертью он умер. Иисус Христос обнищал ради вас, говорит апостол Павел. Он страдал сильнее всех, страдал, и он умер позорной смертью, не как другие большие люди в этом мире. Он умер во тьме, которая объяла Голгофу. Эта тьма указывала на Божье мщение, Божий гнев, Божью ярость и отвращение. Но это обнищание не имело бы смысла, если бы Писание, друзья, не говорило нам об одном очень важном концепте, об одной очень важной истине – замещение. Substitution. Замещение, друзья, все, что прожил Христос от самого первого мгновения, когда только появился зародыш, все, что Он перешел на каждой стадии Его жизни, Он все это сделал вместо нас. Мы очень часто говорим о замещении и говорим больше о Христе, вернее, о кресте, где Он умер. Он умер на кресте за нас. Но почему Христу нужно было родиться в маленьком-маленьком семени и стать зародышем, и пройти время беременности его мамы в утробе, когда он был 9 месяцев, затем, когда он явился в этот мир, и затем его младенчество, затем его юношество, затем его жизнь вся чистая, святая. Все это было сделано вместо нас, за нас. И для нас. И я еще раз хочу повторить, друзья, в этом красота Евангелия, не только смерть Христа, но вся жизнь были всецелым, постоянным, святым замещением. Он был совершенно послушным на каждом промежутке своей жизни. Подумайте об этом. Каждый шаг его жизни, каждое движение имело искупительный характер. Если вся жизнь Христа была замещающей, то каждый аспект Его благочестия был от нашего лица и вместо нас. Он был верным вместо нас. Он был послушным вместо нас. Он был смиренным вместо нас. Он исполнял закон Божий каждое мгновение не просто потому, что надо. Он был влюблен в Божий закон, закон Его Отца. Он это делал от всего сердца, с радостью. Ни одного движения Христос сделал, не делал без послушания Богу своему Отцу. Но это послушание всегда приносило Ему бесконечную радость. Вот почему Он мог быть нашим заместителем. Даже в нашей жизни. И когда Он испытывал как или печаль, или радость, когда Он испытывал любые чувства, друзья, они все были угодными Богу Его Отцу. И вот почему и Его чувства были замещением вместо нас. Его вера, Его мысли, Его жизнь, полная послушанием. Вся жизнь Христа, и особенно смерть, отмечены добровольным, радостным послушанием воли Бога. Представьте, что у Христа было за все 33 года, в каждом дне,
миллионы разных искушений. Одно непослушание, или лучше сказать в положительном смысле, каждое движение, каждое послушание Христа, каждое мгновение, которое Он жил, это была очередная цепочка в нашем спасении, в нашем замещении. Если бы только одно мгновение разорвать, Он не смог бы быть нашим заместителем. Друзья, вы возьмите только один день сегодня, только один день, или возьмите один час. Кто из нас мог каждое мгновение действительно прожить согласно воле Божьей? Даже если мы думаем, что мы окей, что мы ничего плохого не сделали, в этот момент мы не могли бесконечно любить Отца. А если мы, может быть, подумали так, мы не знали бы, как это проявить. Иисус Христос был Богом, и Он был человеком. На этой земле Он как раз жил именно с этой целью, чтобы стать нашим замещением. Его жизнь вместо нас, для нас. Его смерть за нас, вместо нас и для нас. Вот почему апостол Павел хочет, чтобы мы лицезрели, созерцали, понимали, изучали Иисуса Христа, потому что это удивительнейшее явление, это феномен всей вселенной. Иисус Христос, сочетание разных качеств божественной природы и человеческой в одной, очень противоречивых качеств, но они находятся в одной, что делает Иисуса Христа уникальным и удивительно ценным, бесконечно ценной личностью. Знаете, почему это нам важно, друзья? Мы всегда бежим за чем-то. Даже в самых маленьких вещах мы понимаем, что мы с нашей самодостаточностью мы не можем себя благословить или каким-то образом сделать себя счастливее сами по себе. Нам нужно что-то большее. Вот почему мы пытаемся переехать в другой штат. Вот почему мы хотим поменять карьеру. Вот почему мы хотим поменять место жительства. Вот почему нам хочется travel. Вот почему нам хочется изучать. Вот почему нам хочется больше заработать денег, чтобы открылись новые горизонты. Наше сердце, наша душа не создана была для нас самих. Она была создана для того, чтобы удивляться великим, бесконечным Богом. И апостол Павел говорит, эта благодать, вы познали эту благодать, вы знаете эту благодать. Богатый Христос, будучи богатым, Он обнищал. Даже в этих фразах, грамматически, будучи богатым, то есть он оставался богатым, но он обнищал, противоречит друг другу. И он это делает намеренно, чтобы остановить нас, чтобы не дать нам просто дальше, ну, как-то влачить свое христианство. Он хочет, чтобы мы увидели, Христос больше, Он дороже, Он сильнее, Он лучше. И вот почему он приходит к этой точке и говорит, благодать Христа. Не только богатство Христа, не только Его бедность, но и благодать Христа. В первую очередь, благодать Христа. Смотрите, как Он в этой фразе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Слово «ибо» в начале этого текста говорит о том, что благодать является первопричиной. Благодать Христова является первопричиной нашей жизни, первопричиной нашего служения, нашей любви. И эта благодать, в первую очередь, она говорит о том, что мы нищие. Мы нищие, намного хуже нищие, чем мы думаем о себе. Как только у вас появляется какая-то гордая мысль, очень важно, друзья, благодать смиряет нас, она показывает нам, что мы очень нищие. Мы это начинаем видеть только тогда, когда мы видим величие и славу Христа. Когда мы видим Его, мы начинаем, какие мы маленькие. Какие мы нищие, какие мы... Слово, кстати, нищие, это не то, что ну, вот, материально не имеющие, не об этом. Нищие духовно. В этом тексте тоже не идет речь о материально бедных людях, но духовно нищих. Вот, и читая Писание, мы можем найти разные слова-синонимы. Много разных текстов, которые употребляют это же слово или синонимы. И мы видим такую вот картину. Слово «нищий» означает «бессильный», несостоятельный, неспособный, парализованный, мертвый, прокаженный, враждующий, погибший, осужденный, порабощенный, падший. Вот что означает нищий. Благодать также говорит, что Христос обогатил нас духовными богатствами.
Эти две очень важные линзы, через которые работает или нам помогает видеть Божье Слово, самих себя. Мы бесконечно нищие сами по себе. Мы не созданы для того, чтобы быть самодостаточными. В то же самое время Бог бесконечно нас обогатил в Иисусе Христе. Он обогатил нас духовными богатствами. Смотрите, апостол Павел в 8-9 главах, он говорит о том, что их жизнь должна быть щедрой. Ну, в то время, как и сегодня, в принципе, не все христиане шибко богатые люди. Есть много богатых, но много есть и бедных. И апостол Павел говорит Коринфянам, он нигде здесь не говорит о том, что они богатые материально. Он говорит о том, что, что бы у них ни было, их жизнь – это полное посвящение Христу, и они могут служить другим. Почему? Потому что их обогатил Христос. Их обогатила эта благодать. Я думал, каким образом нам больше всего, размышляя об этим текстом, каким образом нам вот, продвинуться в этом вопросе, каким образом нас обогатил Христос. Помните Ефесянам 1 глава? Это один из текстов. В Ефесянам 1 главе мы читаем «Бог избрал нас». Это огромное благословение. Это благая весть о том, что Бог суверенно и властно определил нас ко спасению. Чтобы мы были святы. Помните, он говорит дальше. То есть он дает нам святость. Это благая весть о том, что Бог дарит и вменяет нам свою святость. Святость своего Сына, который безгрешно, совершенным образом, абсолютно свято прожил, дает ее нам. Прощение – это благая весть о том, что Бог отменяет все грехи, уничтожает весь список наших грехов. Это подарок, который Он дарит нам в Иисусе Христе. Затем мы читаем тот текст, там написано об усыновлении. Он усыновил нас. Усыновление – это благая весть о том, что Бог не только простил, но сблизил, породнился с нами. Он сделал нас родными, родными с Ним. Искупление – это Евангелие о том, что Бог вытащил нас из рабства, из плена. Мы были рабами греху, рабами дьявола, рабами своих желаний, пожертвовав своей жизнью. Он искупил нас. Он пошел на передовую и умер за нас, и этой смертью искупил нас. Или возьмите оправдание. Евангелие о том, что Бог объявляет нас праведными в Иисусе Христе. Он объявляет нас невинными, вменяя нам праведность Христа. Или рождение свыше в других текстах, когда мы читаем рождение свыше, это Евангелие о Божьем милостивом действии в радикальном изменении нашей жизни, которое начинается из сердца. Или примирение, примирение грешного человека со святым Богом. Благая весть о том, что Бог перестал быть нашим врагом, что Он благоволит к нам, о благоволении Божьем. Или в этой же, в первой главе Ефесянам, там говорится о запечатлении Духом Святым. Благая весть о том, что Бог дал нам залог Его полного восстановления. Он запечатал нас. Это благословение, которое Бог дает нам. И это не все. Мы только перечислили из одного текста, из двух. Всего лишь несколько благословений, которыми Бог благословил нас во Христе. Но когда мы читаем Писание, вот здесь я хотел бы вашего внимания, друзья, когда мы читаем Писание, когда мы пробираемся через многие разные тексты к сути Благой Вести, мы должны сделать одно жизненно важное наблюдение. Все перечисленные выше духовные дары, которые я сейчас перечислил, сами по себе они не являются Евангелием. И вот здесь, я думаю, нам стоит остановиться. Оно не является благой вестью само по себе. Мы недавно с братьями закончили большие книги Исаии, Иезекииля, Иеремии. Другие пророки, вот мы читаем сейчас малых пророков. Удивительная вещь, которую мы находим там, там кто-то очень верно это суммировал. Самая главная идея всех пророков. Бог говорит, вернись ко мне.
Вернись ко мне, обратитесь ко мне все концы земли. Помните текст, от которого покаялся Спёрджин? Обратитесь ко мне все концы земли. Что очень важно здесь? Бог призывал сделать что-то жизненно важное, от чего зависела жизнь человека, но это было невозможным для человека. Через это повеление и собственный опыт человек должен был осознать невозможность возврата, невозможность родить свою любовь к Богу, невозможность спасти себя самого, невозможность прийти к Нему. Звучит призыв «вернись». И если человек хотел бы это сделать, он понимает, он не может это сделать. И это суть. Бог призывал, друзья, чтобы мы увидели, что нужно было Ему самому, Богу, прийти к нам, к людям, вторгнуться в нашу человеческую природу, историю, в нашу тьму, для того, чтобы нас привести к Богу. Кстати, новозаветные тексты говорят то же самое, и я думаю, что это очень важная корректировка в нашем понимании, что же является Евангелием. Духовные дары, которые мы говорили, праведность, усыновление, избрание, все остальное – это очень-очень важные, важные инструменты, очень важные дары, но они сами по себе не являются Евангелием. Смотрите, что говорит апостол Павел в 1 Петра 3,18, «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал грехи наши, за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». Христос, чтобы привести нас к Богу. А что мешало нам прийти? Значит, были какие-то помехи, правильно? Нам что-то мешало, мы сами не могли прийти. Нам нужен был путеводитель или Христос. Он должен был пройти впереди нас для того, чтобы привести нас к Богу. Он не просто должен был нас спасти, Он должен был нас не только вытащить от греха или освободить, искупить, Он должен был что-то еще сделать. Он сделал это для того, чтобы привести нас к Богу. Или когда мы читаем 2 Коринфянам 4:4, в этом же послании известный текст, «Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса». То есть идет речь о близких отношениях. Помните, как та же самая аналогия с ребенком, когда приходит, я помню, вот трое моих детей, я помню, как это делала моя жена, и я помню, как я сам. Мне нравился запах ребенка, мне хотелось его держать на руках, близко держать, долго держать, много держать. Мне хотелось быть с ребенком, он менял всю мою жизнь, все менял. Именно здесь об этом говорит апостол Павел. Он не говорит просто о доктринах, которые не имеют жизни. Он говорит о близких отношениях, которые дают радость, изменяют все. Эти отношения меняют все. Точно. Или возьмите тот же самый момент, когда молодой человек находит девушку, и он влюбляется в нее, и они вступают в вечный завет. И эти близкие отношения, они отличаются от всех остальных. Это все Бог оставил для нас маленькие такие примеры, иллюстрации того, что на самом деле означает услышать Евангелие, поверить в Него. Я хотел бы вот в этих двух текстах обратить ваше внимание на эти препятствия. Это только два текста. Посмотрите, грех. Грех мешает нам прийти к Богу. Вот испорченность нашей натуры, это такое большое слово «грех». Грех мешает нам прийти к Богу. Вы скажете, нет, я уже спасенный. Но вспомните даже такие моменты, когда вы знаете, что нужно читать Библию, но вы не хотите. Вы знаете, что нужно молиться, но вам как-то это скучно. Вы знаете, что нужно быть на собрании, но как-то там один раз, два, три пропущу, ничего страшного. Вы знаете, что нужно, но внутри это остается еще глубоко в нас, друзья. Он мешает, грех мешает нам. Что мешает нам? Если у нас нет рвения к Богу, единственное объяснение – это грех. Или неправедность за неправедных, отсутствие праведности или подмена праведности своею праведностью, настоящей праведности своею. Или возьмите плоть, вот наше смертное греховное тело. Сколько она препятствий создает для того, чтобы нам действительно делать. Бывает, хочется даже где-то или петь, или быть в общении, а плоть не дает, положит, вот лежит на кровати и все, и не хочет вставать. Там то спина, то нос, то,
то мозги, то еще что-нибудь. И болит, и все. И не может человек, хочется, хотелось бы перечитать. Многие люди говорят, вот Бог положил на кровать и в болезни. Если кто из вас по-настоящему болел, то вы знаете, что даже в болезни читать, молиться даже трудно. И мы видим, как наша смертная, телесная, физическая плоть, она не дает нам восторгаться Богу. То там болит, то там крутит, то там артрит, то там мартрит. И все куда-то закручивает, и все тебе не так. И плоть это не дает. У нас много разных препятствий. А возьмите смерть. Ведь это же угроза. Угроза жизни. Это почему мы боимся смерти? Мы хотим жить. Мы хотим долго жить. Мы хотим больше жить, чем другие. Мы хотим и после смерти жить. И все эти неверия, Бог этого века, говорит, слепота, тьма, враждебность. Так вот, смотрите, Бог в Иисусе Христе, Он все эти препятствия удаляет. Для чего? Почему вы думаете, Бог оправдывает нас в Иисусе Христе? Чтобы праведными, чистыми и святыми мы могли прийти в Его присутствие. Почему Он побеждает грех в нашей жизни? Чтобы мы могли идти к Нему независимо. Почему Он дает нам свою святость? Чтобы мы не своей прикрывались, идя к Нему. Чтобы мы радовались в Его присутствии. Почему Он побеждает и смерть, и все вот эти разные, и плоть нашу, чтобы освободить? И, кстати, однажды Он полностью изменит нашу плоть. Для чего? Мы можем здесь сделать одно очень простое суммирование. Евангелие – это весть о Божьей могущественной, искупительной работе через рождение, жизнь, смерть, воскресение своего Сына, благодаря которым Он устраняет всякое препятствие, стоящее на пути к нашей радости и уверенности, и доверию, и надежде на Него. Да, друзья, в Своем теле Христос заплатил не только за наши грехи, Он заплатил за все наши благословения, прошлое, настоящее и будущее. Все материальные благословения, которыми мы пользуемся, физические благословения, Христос своей смертью заплатил за них. Тем более, Он заплатил за вечные духовные дары, которые Он дает нам. Он это сделал для того, чтобы мы могли возрадоваться этими отношениями. Или подумать только, как вот за 3 часа Христос мог понести наше наказание и грехи всего мира. Каким образом страдания Христа могли иметь вот эту силу? Кто-то очень, очень точно сказал, для того, чтобы нам постичь глубину страданий и смерти Христа, нам нужно провести вечность в аду. Помните, как Спержин однажды говорил, все, что лучше ада – благодать. За все Бог умер. Христос умер за все, чтобы нам дать. Он лишился силы, стал немощным и слабым, чтобы преодолеть нашу мнимую силу. Бог всего богатства решил стать нищим, чтобы преодолеть наше мнимое богатство. Бог всей мудрости решил стать глупым, чтобы свергнуть нашу мнимую мудрость. И всякой власти, Бог всякой власти, решил стать никем, чтобы преодолеть наше высокое мнение о себе. Я как-то думал об этой фразе «богатеть в Бога». Помните, в 12 главе Луки Иисус Христос рассказывает притчу, которая... в которой Он говорит об опасности любостяжания, то есть любви к земным благам, богатствам, которое превышает любовь к Богу. Очень интересно, что Христос, когда говорит об этом, Он использует язык именно вот этих всех, всей динамики, этих всех движений притчи. Я, кстати, хотел бы прочитать это. «Так бывает с тем, Он говорит, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Недавно, просто когда у нас здесь звучала эта проповедь на этот текст, мне эта фраза вот застряла. Как это богатеть в Бога? Как это богатеть в Бога? Он говорит, не нужно собирать себе сокровищ на земле, нужно в Бога богатеть. Я пошел в словарь, я посмотрел разные другие тексты, я посмотрел, что это означает, и не нужно много здесь говорить, но это как раз подчеркивает то, о чем мы сейчас говорили с вами. Мы находим фразу в Нагорной проповеди Христа, где говорится вот об этих беспокойствах, заботах, связанных с любостяжанием или желанием иметь покой в земном благополучии. Так вот, интересно, что
богатеть в Бога, вот сначала чисто такая грамматическая деталь, это слово Бога в данном случае, это винительный падеж, то есть падеж в русском языке, который выражает объективное или объектное или субъектное значение, то есть оно указывает на определенное отношение к объекту, взаимодействие с этим объектом. К примеру, слушать кто что, музыку, или любить кого, чего, кого что, любить жену, или читать книгу, знать человека, иметь отношения. Это фраза, которая именно в этом, просто в русском ее невозможно выразить. Богатеть в Бога означает обогащаться им. Вот как я прожил с женой своей 25 лет, я обогатился ее вкусами, я обогатился ее мнениями, я обогатился ее любовью, я обогатился ее уважением, я обогащен ее присутствием в моей жизни. Любить жену. То же самое здесь, когда он говорит «богатеть в Бога», это значит расти в отношениях близких, радостных, глубоких отношениях с Ним, настолько, что это определит все. Заметьте, Христос не говорит, ой-ой-ой, не надо делать, не надо вам богатства. Он говорит, нет, даже если вы имеете их, богатейте в Бога. Богатеть в Бога – это любить Его, восхищаться Им, знать Его, познавать Его, понимать Его ценность, дорожить Им, богатеть в Бога, обогащаться Им. И чтобы обогащаться им, нам нужно прийти к нему. Я вам приведу еще один пример, и на этом мы закончим. Представьте, что лет 30-40, да, у вас погиб какой-то близкий человек, отец. Он улетел, и в авиакатастрофе погиб ваш отец. И вы прожили уже 30-40 лет с пониманием того, что он умер, его нет. Вдруг вы получаете письмо или сообщение о том, что ваш отец на самом деле остался жив. И он очень даже неплохо живет. Живет он далеко, но присылает вам сообщение и говорит, «Я хотел бы встретиться. Я наконец-то тебя нашел, я хотел бы встретиться с тобой». Более того, в этом письме говорит, «Я тебе прилагаю все необходимое для того, чтобы ты мог добраться в ту далекую страну, где я нахожусь». Устроив все, что нужно, купив нужные билеты, заказав там машину и так далее, вы движетесь вместе со своей семьей. Кстати, да, отец говорит, я хотел бы всю твою семью увидеть вместе с тобой. Вот смотрите, очень, очень простой элемент. Допустим, вы едете уже на машине. Хорошая машина – это большое благословение. Асфальтная дорога – хорошее благословение. Общение в этой машине – хорошее благословение. GPS, возможно, который управляет вашей машиной, показывает вам, как добраться через эти все лабиринты, улицы, все остальное. И это тоже хорошее благословение. Но вы понимаете, что является главным? Встреча с отцом, которого вы давно не видели. Вот о чем говорит эта притча. Или богатеть в Бога, это значит, не забудьте ту цель, ради которой создано все, ради которого пришел Христос. Есть у вас, живите для Него. Нет, живите для Него. Это все им сделано. Встреча состоится. Не увлекайтесь разными вещами. Об этом говорит здесь апостол Павел. Не увлекайтесь этими вещами. Рождество для этого и дано. В этот наш месс, в нашу тьму, в нашу суету пришел Христос. Пришел Божий Сын. И в этом красота Евангелия. Это благая весть, которая не только щекотливо, возможно, трогает наши уши. Это благая весть, которая радикально изменяет нашу жизнь. Это благая весть, которая преображает нашу жизнь. Это благая весть, которая меняет все ценности в нашей жизни. Меняет наши чувства, меняет нашу любовь, меняет все, что у нас есть и чего у нас нет. Вот почему Пайпер говорит, что является высшим, лучшим и окончательным благом благой вести. Оправдание веры, прощение грехов, избавление от Божьего гнева, искупление от вины, освобождение от рабства греха, спасение от ада, рай, вечная жизнь, избавление от всех болезней, страданий, конфликтов. Все это драгоценное обетование, за которое Христос заплатил своей кровью ради всякого, кто поверит в Него. Однако
Однако они не являются высшим, лучшим и окончательным благом благовестия. В сущности, если они не ведут к чему-то еще, они вообще не являются благовестью. И посмотрите, последнее предложение. Прощение, оправдание, вечная жизнь являются благами по одной главной причине. Они дают нам возможность и способность, или они приводят нас к самому Богу. Высшая цель Евангелия – вернуться домой. Вернуться домой к Богу, познать Его, увидеть Его, преображаться в Его образ, наслаждаться им и радоваться о Нем.